Добрый день, дорогие друзья! В этом видео, как в телефоне Xiaomi добавить новый контакт. Итак, открываем звонилку. Нажимаем возле вызовов «Контакты». И вот здесь у нас внизу справа будет плюсик. Нажимаем. Полное имя вводим. Тест. Компания. Должность можете вводить. Я веду телефон, например, 095-865-2341. Мобильный еще один. Здесь можно два добавлять. Email можно добавить. Также создать группу. Также можете вот здесь нажать на аватарчик и выбрать фото из галереи или снять фото. Ну, снять, я думаю, не понадобится вам. Выбрать из галереи. Теперь сохранить. Видите, есть вот здесь сохранить. В Google, в Mi аккаунт, в Google сим-карта. Выбираете, где вы захотите сохранить. Ну и все. В правом верхнем углу видите галочка. Нажимаем галочку. Все, контакт сохранен. Он на вашем телефоне Xiaomi. На этом, дорогие друзья, у меня все. До следующих встреч.